Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео у меня по проекту Center Freedom. Сегодня старт 18:00 по московскому времени. Это вот здесь написано через 2 часа 38 минут. Идет отсчет времени. Значит, у меня пополнен баланс заранее на $2, так как я буду ежедневно открывать по 5 позиций, а далее уже буду активировать также позиции уже из заработанных средств. Значит, и я сегодня хочу пополнить еще на $2. Сейчас покажу, как пополнить депозит фунт. Нажимаю, так, нажала я. Угу. Сюда вставляю 2. Так, $2. Депозит. Так, с Payra. Вот здесь можно указать платежную перфект и биткоин. Я с Payra. Нажимаю депозит. Перебрасывать на платежную систему Payra. И далее я поставлю пока на паузу. И после паузы продолжу. Значит, я пополнила. У меня стало на балансе $4. Почему я сделала депозит еще? Значит, вот только что присоединился ко мне еще один партнер. Значит, итого у меня 20 рефералов. Я хочу во время старта, после того, как я активирую свои позиции, вот позицион, будет Пурша за позицион, и здесь мы будем активировать. Я постараюсь все сделать в режиме реального времени. И я каждому партнеру подарю по 10 центов. Так, значит, вот здесь вот вкладочка PIF, вот на нее нажать, она сейчас неактивна. Переводим на русский язык. И нам что пишут? Повторить попытку. PIF откроется 20 марта на старте. На данный момент вы можете отправить не менее $2. Ну ладно. Вот эта вкладочка, она откроется. Это перевод между участниками. И я каждому, кто не проплатился, $2 по 10 центов, чтобы у меня на старте все мои партнеры были проплачены. Значит, смотрите, нажимаю стат, статистика. Вот здесь, смотрите, вот нижняя вкладочка реферал, да, вот у меня 20 рефералов. Я на нее нажимаю, и все мои партнеры. Пока у нас как бы мы фри, да? Проект не стартовал. Проект стартанет через 2 часа. Вот эта вкладочка PIF. Видите, она кликабельна. И здесь будет отображаться, кто активный, а кто неактивный. Так? И кто не проплатит. Ну, может, у человека нет денег. Может, зарегистрировался ради любопытства. Ну, вот. Понимаете, да, у каждого своя ситуация, своя причина. Вот. И я могу вот по 10 центов, как бы 20 человек, я могу проплатить, подарю вот по 10 центов. Ну, за 10 центов, конечно, много не заработаете, но хотя бы посмотрите, что люди работают, зарабатывают, и там уже будете продолжать зарабатывать. Так, значит, что еще? Я тут почитала информацию на Facebook. Так, напоминаю еще разок. Вот старт через 2 часа. Нажимаете позицион, будет запрошаться позицион. Проплачивать по, вот кто пополнился на $2, минимальный депозит, по одной позиции. Ставите циферку 1. Списывается 10 центов. Потом опять циферку 1, списывается 10 центов. Если вы собираетесь в день покупать по 5 позиций, не надо сразу ставить циферку 5 и как бы по одной позиции покупаете. Вот таким вот образом.
Так, и я выйду сейчас, вот, вот уже больше 13 тысяч человек. И вот что я еще выхожу из кабинета на главную страничку. Значит, вот в чате, не в чате, а в группе задавали вопросы, что проплатилось, вот Total Byte, типа мало. Это перевод между участниками внутри кабинета. Еще статистики нет полной. Это вот они между собой переводят, и здесь отображается. Еще неизвестно, кто сколько проплатил. Это все будет видно во время старта. Вся статистика. Вот поддержка. Пожалуйста, можно общаться. Вот welcome, ля-ля-ля, тополя. Вот. Вот когда вот такой кружок, поддержка в онлайне. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. А когда просто конвертик, поддержка не онлайн. Зайдите обязательно, вопросы-ответы прочтите. Ну, в принципе, я все рассказала. Буду заканчивать свой видеообзор. Вот так мы теперь заходим в кабинет, ждем несколько секунд, потом только что попадаем в кабинет. Всем удачи, больших заработков. Всем нам удачного старта, больших заработков. До новых встреч.